Давай, Серега. Который бился на Олимпиаде, Серега, этому хорошо. Это Наильке будет. Наиль будет трудно. Аккуратно.
раз под бинтами перстенек, да, намотал, как, ну, снимать не дело. Пригодится. Поехали. Ничего, конечно, нет. Максимум от игры. Ну что ж, друзья, главное событие сегодняшнего турнира. Топ-дом 21. Смотрим. Интригующее противостояние. Опытнейший боксер, профессионал. Очень плотный. Блять, какой он здоровый, правда? Смотри, олимпийцы. Пиздец, макулярина-то. Вообще собранный такой. Очень-очень. Наблюдайте у бати с детства. Тренирует. Как он там внутрит. Посмотрим сейчас. Как бы и за Серегу переживаю, и за самурая переживаю. Я тут больше запишу. Я за красивый бой. Понятно, что ты его не видел, но хорошо. И никто в России его не видел, потому что он был... Фух-фух-фух, такой прям. Хотя это наивка. Давно. Чтобы чемпион. Да, я так, конечно, молодец. И доцелил, да? Да, занимался. Поэтому как занимался. Не знаю. Но больше вот спросили. 100%. Кто бы они там не бились, он парни, что красиво все было. Ты из наших, ты не знаешь, блядь. Как он спецэффект какой сделает. Дальше надо, чтобы они второй, да, раунд сейчас будет? Да. Да, чтобы они пожили. Пять будет вообще классно. Вообще классно. Но не чемпионский. Не чемпионский. Ну так он дрался весь перчаток, 100%. Потому что понравилось, блядь, или не забит этот Серега. Не знаю, ты понимаешь, что происходит. Того батя, да, стоят, приехали. Интересно. И вот такие, знаешь, не похожие батя, знаешь, такие стоят, смотрят на него. Интересно, выйдут потом они, ну, как-нибудь такое сделают, какую зарисовку. Да, да. Ничья, прикинь, после 5 раундов еще и 2 матча выйдут. Это будет мега схватка. Посмотрим. Да, уже у него пробиваться не получается. Серега под это, под присматривает пока. Делать свое, потому что именно свое, под своего мога, или конкретно под этого бойца. Но у нас у бойцов доля маленькая. Я думаю, что сейчас третий раунд, и еще интереснее.
счете. Порой. И предыдущих раундах. Ой, хорошо. Показал левую. Вот хорошо. Наим все пытается подпрыгнуть, он как-то зацепить, или как не достает. Почаще не выходит. А сердце так это подкрадывается. Да, подкрадывается. Попал, да? Согласился с этим Наим. И живот проверяет очень хорошо. Хорошо, да, он тоже, видишь, как тук-тук-тук-тук-тук. Туда-туда и уходит, хорошо, видите, там четко. Но он собран снизу как раз, не с невидимой вот этой вот территории, зоны вылетает, с невидимой области. Потому что когда рука ходит, ее видно. Технично, молодец. Но не очень задорно. Первый раунд позадорнее был, поинтереснее. Он бы сейчас бы скорости бы задать в третьем, в четвертом, в пятом хотел бы. Да, Наим сейчас, может, не даже придет в стул, как и выжидает. Сюрприз для пятого готовит. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Тихо, нормально, нормально, сложил у него, да. Тихо-тихо-тихо-тихо, да. Да-да-да-да-да, нормально, нормально, соберись, да. Тихо, стоп. Спасибо. Вообще на последний, да. И этот, блядь, этот реально он ждет Серега его убить. Но он прям у него сил очень много. Ну что, если он олимпийец, он дожил. Сколько там? 12 раундов, да? Любители бьются на Олимпиаде, кажется. 12, не помнишь? Перчатка, там, шлема. Вот вообще даже не помню. 12. А в оригинальном 15? Не тоже 12. Может быть, она будет 3 раунда бьется. А, 20 раундов, как я. Может, 8. А я постоянно вообще путаю. С таким серьезным именитым оппонентом, как Серж, да? Технически Серж майор. Физически и морально, и ментально, по-всякому. На расслабоне, на чили вышел, думаю, сейчас я быстренько все сделаю. Но нет, он очень жесткую надо... позицию дал на его. Собрав таким да, же образом, да. Доктор Селера положил. Я положил. Бы сказал, что в этом бою еще ничего не понятно. И это четвертый раунд. Четвертый раунд, еще два. Еще сотни, наверное, раз величину бойцов. Делали тысячу бойцов. Раскакивает, блядь, закрыл. Рассматривал, не башь, дай его. Он еще... Правило, он специально здесь он был. А зря там еще на трубе сыграл. Он, с другой стороны, будет дышать устало. Ладонь. Ну, он так же играет, прям. Все, сейчас он его будет забивать, да. Здесь на имя что-то прям это. На валету заботится, сейчас он будет похож. Возможно, по усталости. Скараться ему тоже, помнишь, что он устал? Хорошо бьет и вытягивает для себя, и правый засаживает, да, у него хоть нету прямого права, но... Сейчас, кажется, да, все закончится. Нет? Мы все заканчиваем, все закончилось. Такой толчок. Поймает его Серега сейчас. Либо Наимчик все-таки сделает по-самурайски, только не харакири, конечно. В итоге попробуем маскараться, но потом биться начал. Да, тяжко Наиму. Может, я здесь хочу быть. За эти 20 секунд может произойти все, что угодно. Да, здесь там. Да. Человек тянет соперника на себя. Давай, братан. Снайперы здорово проваливают. Какой тайминг был, просто великолепный. У бати мужа, ой, в край, в низу. Да, подбородка Сержа. Строго. Здесь да. Работает, и хорошо, рука, да? Рука, нога. Хорошо, языке, хорошо. Да, мы называем такие удары еще ирландский паб. Но он не увенчался каким-то успехом, поэтому раунд закончился. А дальше у нас чемпионский раунд. Да, последний, финальный, заключительный. Я вам скажу, что это
очень интересный бой. Сегодня после 20-го турнира, это, но я считаю, что колоссальные сегодня бои. Если на им не поменяют ничего, победу всех заберет. Здесь он смотрится намного лучше. В этом бою вот реально есть интрига какая-то. Я до этого боя вообще ее не видел. Я думал, сейчас самураи в одну калитку. Но нет, я опять же беру свои слова обратно. Я отдаю дань и уважение Сержу. Классный, колоссальный спортсмен и профессионал. И я, кстати, хочу, чтобы он написал контракт и был у нас в топ-дойге нашей организации. Он совершенно точно погоды не испортит. Итак, смотрим дальше. Пятый финальный раунд. Бум. А теперь у нас пятый раунд. Очень валится опять. Очень валится. Мы им сейчас хорошо закидывает он оппонента на стену. И здесь продолжает отстреливаться жесткими ударами. Только сил хватает. Давай, давай. Ничего, ничего не попало. Штанцы. Очень хорошая передняя рука. Посмотри, как щелкает, да, и правый снизу. Ой-ой-ой, блядь. Тихо. Ну, он ему затеет. Думает, я отомстил. Нормально. Серега, да. Принял, когда смотрим. Стоим, блядь. Давай, блядь, что там. Интересно. Вот экскратца, да, наверное, интересно будет поставить. Бля, давай на немчик. Да. Уходит, ты понимаешь, что он как контролирует? Ловит, блядь, ловит удар, смотри, на голову прям поймал сейчас удар специально цена. Эх ты, блядь! Вот ты прикинь! Смотри, как вот, красиво! Вообще, он его снизу дал, он ловит, еще снизу дал ему, тот же распластался. Офигеть, блядь. Вот это да. Четко, блядь, четко. Нихуя себе кино. Эх ты, он сдается, прикинь. Охуеть, вот это кинематограф, блядь, нам показали. Охуеть, блядь. Не, ну круто, вот круто, было, очень, да, неожиданно и круто. Вот как раз тоже сказали, надо пятый сейчас сделать. Вот как раз все эти раунды, может, под конец там сколько. Мне он сюрприз показал, Серега, молодец. Он мало того поймал удар, да, он прям руки опустил, поймал удар, раз, два, и потом еще дал ему туда, блядь, вот эти вот руки опущенные, подла. Бля, Серега красавец, конечно. Да, красивый турнир. Значит, всего турнира как бы нет. По крайней мере, главные бои все. Концовка середки, да, середка была такой, экватер, блядь, с яйца, вот те веса тяжелые, и вот это вот. Ну и те бои, мы имели странные ЛСЗ. Хотя так, посмотреть, да, были и лучше, но если брать отдельные какие-то схватки, бои, то два, вот, я бы прям с радостью бы так вот пересмотреть вместе с другими. Если бы, например, все время здесь вот такой, как самурай был, вот так-то они делали, это одно, ну, это не обязательно прям просмотр. А вот здесь вот, из-за концовки вот этого, вот это прям четко, вообще прям. Бум, блядь. Понимаешь, он даже ударил-то, тот еще полшага сделал, и просто ему сил не хватило. Понимаешь, он вскользь ему ударил, знаешь, почему-то. И самурай сдался, блядь, вот в чем дело. И вот это как раз вот этот пиздец, да. Просто это он от усталости пиздался. А вот с другой стороны, это если я вот как буду, да, на тебя наезжать, вот серый там сидеть, там сказать, ну а что там, самурай тоже от усталости так распластывался, блядь. Как в спектакле, в кино там лежал, руками махал, блядь. Молодец, конечно. Ну что, здесь больше замены нет от схватки. Как фильмец такой. Интересно, да, да, интересно. Серега приехал с другой стороны, самурай бился там. Даже этот путь прошел, ну вот не за чемпионство, а за престиж, красоту, бабки. В этом драматичном поединке победу. И смотри, как спокоен в бате этого. Вообще ничего, ни эмоций никаких нет. Ну, не ничья, да, но технический нокаут крутой. Что, батьки позовут? Баварский снайпер. Ну, теперь отцов приглашает в ринг. И кто знает, отцы в тени стоит спокойно. В тот раз самурая звали, когда он чемпионство. Но что-то это сейчас на батю самурая не похож, в тот раз он был больше похож на его отца. Он сейчас просто друг. Отец же у него другой. Вон. Вот с флагом. Это разве отец его, да? Да. По традиции первое слово мы даем победителю. Это... Слышал, что... Так у тебя был такой нос? Я слышал,
что тебе очень хочется продолжать драться в топ-доге. Да, чтобы с другой стороны попали, чтобы нос опять выпрямился. Бля, жестко ему с моей как нос свернули. За возможность, за приглашение, за то, что как встретил топ-дог здесь, как к нам относились, обращались. Все очень с уважением, все очень на профессиональном уровне, да. Огромное спасибо за возможность. А, ну какая? Житуха у парня, да, тоже? Мигрировал в Германию, участвовал в Олимпиаде, вернулся, побился в кулачных боях. Сейчас его страна, где он гражданство имеет, идет война с нашей страной, чужими руками. Вообще заебца. Весело. Да, евро, пизду, ты что, да, не вот самые нормальные рубли, картонные. Даже не деревянные, знаешь, картонные рубли, это лучше, чем... Да лучше, чем любой евро. Хотя мне говорит, да? Может рассчитывать на реванш, который будет нести в себе уже чемпионский статус. Да, я реванш беру. Обязательно. Спасибо тебе, Серж. Ты красавчик. А очень интересно. Твою семью и твоего отца, который воспитал такого достойного сына и бойца. Батя. Но не менее достойная дикая птица. Да, самурай, он опять, он сейчас хочет нам что-то сказать, но это... Да, ему было достаточно в пятом раунде просто надежно поработать. Но он хотел полежать. Нас порадовать зрелищным поединком. И играл на все бабки сегодня. За это бабки, да. Мы также, ага, все-таки дай ему полтишечек, соточек. От нашего главного партнера. Там бонусы есть за нокаут, но так он сам упал так красиво, да, говорит? Ну, это красивый будет, вот прям красивый будет. Да. Достойно, было. Держишься достойно, идешь и принимаешь это поражение. Скажи нам пару слов. Я больше не могу сказать. Ага, микрофон, видишь, что было? Дают микрофон в руку, хоть не говорит, это как он, федеральный канал, микрофон не даем. Я как сказать, верующий. Я считаю, что всего лишь выше, значит, нужно было, чтобы он сегодня одержал победу. Я также ему пожал руку, что он сегодня был лучше. Я никак не смею получше, какие-то оправдания придумывать. На порядок он лучше. Наимка. Я боюсь краться, как вы говорили, исполнял велосипед, а тут я просто шел и пытался первым номером отработать, дабы и дать вам тоже зрелище. Ну и как бы, ну и была такая стратегия. Но упасть. Кстати, упасть. Значит, сегодня он свою задачу исполнил лучше, чем я. И это нормально, это спорт. Я, если кто не знал уже, в любителях 3 года подряд проигрывал. Сколько это ты не проигрывал, то в итоге я не побежден, вот уже теперь подерг стоит от него. Как бы, ну, значит, так нужно. То есть, потому что я знаю, что такое поражение. Лучше, думаю, всех практически тут. Ну, именно спортсменов. Поэтому была череда хорошая, значит, она прервалась на нем. Значит, сегодня так было суждено. И я надеюсь, что Германия, первый из Германии боец, пойдет в наш ростер. И мы устроим великолепный реванш, потому что я думаю уже... Я также сделаю работу с ошибками, как и он, потому что... Может быть, батя, да, но что-то, мне кажется, не похож, что батя у него как-то по... Как бы именно в плане бокса. Повыше, что ли? Да, это слишком плотненький. Но Серж показал, что даже чемпионы могут падать, проигрывать. И это нормальное. Поэтому красавчик, удара нет. Сегодня он был лучше. Чуть-чуть получше. Сегодня на нашей улице есть праздник. Значит, сегодня мне нужно... Блядь, пару слов. Так сказать, да, мне да нужно, мы поняли. А так, еще, извините, да, что время чуть задерживаю. Башкирские ули, вот, с Анзара, ребята приехали. Тоже спасибо большое. И вот, Серж, в любом случае, у меня был исход, это от наших спонсоров. Я подарок, думаю, я выиграю. Хотел тебе дать мед. Башкирский мед. Мы приготовили тебе башкирские ули. Вместе с нами. Надеюсь, вам молодец. Башкирские ули вместе с нами. Молодец, все правильно. Конечно, чемоданчик подарил парням. Башкирская, баварская. Главное, сам там приезжай, потому что такие достойные бойцы должны быть в нашей песне. Интересно, все четко, интересно, молодцы, да. Как всегда, наимка немногословен, прям это буквально пару слов. Где-то там сидит астероид и опять глядя на него, размышляет о смысле жизни. Где-то в другом месте находится Кратос, смотрит на него и думает, ну да. Все идет по плану.
Спасибо, что смотрели нас. Так, что, давай стоп и потом повтор, если надо. Тем, кто пришел сегодня на нашу арену, не торопитесь расходиться. В ближайшие минуты наш генеральный партнер Олимпэт проведет розыгрыш суперпризов. И если вы не успели принять участие, то поторопитесь, время еще есть. Никто, никто не предположить не мог, что Серж окажется таким крутым бойцом, что он окажется настолько подготовленным к боям на голых кулаках. Ебать, причислен на тому, мамка, я полностью согласен. Слушай, я вообще, ну, мне очень понравился этот бой, во-первых, и мне понравилась работа спортсменов. Вот если бы не дал эти все три раунда, предыдущие пять раундов. Так, конечно, эти смены все были не будут. Если бы Пятачок, они по-моему стартуют Пятачок. На одном дыхании, по-моему. Ну, сегодня, да, сегодня у самурая был не его день. Вот, кстати, Жень, давай фильму вернемся. На твой взгляд, что кардинально категорически не получилось у Наима, что не позволило ему победить? Я думаю, он был чуть такой расслабленный, как бы... Попадает ногой, оно не попадает. Тоже вот укрепленная спина, удар шеи парня, и вот это лишь помогает башке сильно не двигаться. Там набитый, соответственно, наверное. Наверное, точно. Выдержка самое главное. Тот сдался, наверное. Если бы он не сдался, то, может быть, было бы все по-другому. Он просто упал, все, не захотел вставать. Поставил крестик. А зря. Это не особо. Я прям вижу этот взгляд настроек. Так все просто, да, как будто это потом скажешь, слышишь? Уже изначально кто-то такой. Опа, да. Как подставные бои есть, да, вот там в плохом кино. Ну, это четко здесь, но не четко там. Я хочу вот так пожелать Наиму только здоровья, восстановления, скорейшего, работы над ошибками. Просто ему, блядь, замучить погибнуть, скажем, сдался.